Ребята, еще раз всем привет. Все, мы, я сел в поезд. У меня 7-е место, нижняя полка. Поезд полный. Мы уже тронулись. Шахином все уже попрощались. Хочу я оставить отзыв о отдыхе в Азербайджане, в Баку. Очень мне все понравилось. Все замечательно. Такого гостеприимства я нигде не встречал. Много мы чего не знаем о азербайджанцах, много мы чего не знаем о Азербайджане, много мы не знаем о данном народе. Много у нас говорят неправду, скажу вам сразу. Гостеприимство – это вообще, это, знаете, люди готовы самое лучшее дать гостю, потому что ты тут гость. Для себя могут оставить там что-нибудь, даже из еды, например. У нас совсем это не так. Шахин, брат, спасибо тебе большое за то, что ты меня приютил, за то, что ты мне показал Азербайджан, со мной все эти дни проводил. Нихат, тебе тоже большое спасибо, что ты потратил свое время, чтобы показать красивые места. Очень рад был со всеми вами познакомиться. Дай Бог, дай Аллах, с вами еще обязательно увидимся. Шахин, с тобой обязательно будем общаться. Шахин, передай всем привет своим близким, родственникам, маме огромный привет, братьям, дяде, племянникам. Очень было мне приятно с вами со всеми познакомиться. Обязательно встретимся с тобой в Турции. Приезжайте, ребята, в Баку, будьте доброжелательны, будьте общительны, знакомьтесь, не стесняйтесь. Да даже как туристы можете приезжать, главное быть доброжелательным. Баку очень красивый город, видать, что он строится, видать, как он изменяется. Здесь Баку, ребят, как я уже говорил, вот этот сезон, март и до 15 апреля примерно, говорят, как бы 4 сезона. Вчера, позавчера был дожди, холодный ветер. Это как бы, вот, по ощущениям, это была осень. Сегодня, по ощущениям, это весна. Тепло, солнышко было, ветра не было. Но бывает и пойдет снег, как Шахин говорил. Бывает и что, как и летняя погода. Вот. Ну что, мне понравился Баку. Спасибо еще раз большое, Шахин. Очень рад, что мы с тобой познакомились в 2016 году. Очень рад, что ты меня пригласил к себе в гости. Везу гостинцы, везу подарки. Спасибо большое еще раз твоей жене, что она приготовила пахлаву. Довезу обязательно до Башкирии, до Салавата. Угощу. Ну, на этом все. Путешествие в Азербайджан у меня закончилось. Следующая страна, естественно, это Грузия, Тбилиси. Ребят, всем привет. Сегодня 22 марта. Местное время, грузинское время, 9:36 утра. Мы немножко задерживаемся. Поезд где-то опаздывает примерно на час. Почему опаздывает поезд? Потому что праздники, то есть Навруз, и состав увеличенный до 15 вагонов. Обычно состав идет 7 вагонов, и поезд приходит вовремя. На азербайджанской границе мы должны были по расписанию стоять час, но мы задержались на 30 минут, то есть полтора часа мы были. На грузинской границе тоже где-то полтора часа мы здесь находимся, но сейчас уже будем отправляться, еще ехать один час нам, и через час я уже буду в Тбилиси. Меня там должен встречать Алекс. Надеюсь, ты меня там встретишь, Алекс. Как мы ехали? Ехали хорошо, отлично, замечательно. Проводница Айгуль, тебе большое-большое спасибо. Ребята, она мне чай наливает вот в таких чашках. Остальным вот в таких. Она принесла конфеты. Вчера вечером она мне принесла кусочек торта. Сегодня принесла вафли, сладости какие-то. Сказала, если хочешь кушать, подходи, я тебя обязательно покормлю. Я говорю, нет, спасибо. Вот еще находится целый пакет. Это жена Шахина приготовил, но я его даже не ел. Ну все, через час уже буду в Тбилиси. И путешествие мое продолжается. До встречи.
улица номер 38, Баку, Тбилиси. Выезжаете в 20:40. Первая таможня азербайджанская приезжает в 5:25 утра, стоит 60 минут, 6:25 выезжаете. Так как праздники, мы стояли 1.5 часа. По расписанию, если бы выехали, то в 6:50 мы прибыли бы на грузинскую таможню, в 7:50 выехали бы и в 8:55 приехали бы уже в Тбилиси. Но так как мы задержались, так как поезд увеличенный состав, из-за этого мы на час идем позже. Ребята, проехали мы немножко по территории Грузии, и у меня отключился азербайджанский интернет. Тут, в общем, сказали, на территории Грузии, то есть он работать не будет. Надо определенный ввести код, стоит это 16 манат, и дадут 1 гигабайт интернета. Но так как, получается, у меня сим-карта была подключена только для интернета, и если я так сделаю, получается, на Шахина счет придет, чтобы он заплатил 16 манат. Я, естественно, это делать не буду. Сейчас я попрошу проводницу или что узнаю, есть ли у них у кого-нибудь грузинская сим-карта для того, чтобы связаться с Алексом. Я ему вроде бы как в WhatsApp успел написать, что где-то 10:40-10:50 мы прибываем уже в Тбилиси. Надеюсь, он прочитал. Сейчас поинтересуюсь. Все-таки его, наверное, надо позвонить, как бы уточнить. Вот, сейчас буду решать проблему, у кого есть телефон с грузинской сим-картой. Ребята, все, это уже пригород Тбилиси. Мы подъезжаем. Сейчас проводница попробует разузнать, у кого есть грузинская сим-карта. Постель я уже сдал. Осталось буквально 5-10 минут. Максимум, может, 15. И уже буду выходить на ЖД вокзале города Тбилиси. Надеюсь, Алекс, ты меня там встречаешь. Ладно, ребята, все, мы прибыли в Тбилиси. До свидания вам, до свидания. Очень было приятно с вами съездить. Хорошо, хорошо. Это их. Окей. Хорошо. Ладно, все, спасибо. Нет, не нужно. Спасибо, до свидания. Все, ребята, я в Тбилиси. Сейчас буду выходить на выход. Так. Сейчас нужно узнать, где выход. В принципе, чтобы не заблудиться, идите туда, куда идет весь народ.
Так. Выход в город. Наверх, что ли? Здравствуйте. А не подскажете, выход в город туда, да? Сюда, да? О, а куда мне нужно? Вот тебе здрасте. Так, ладно, начнем отсюда. Два, ребята, два выхода в город. Ну, сейчас будем смотреть. Либо с этой стороны он будет, либо буду подниматься наверх. Так. Нет, нет, нет. Меня должны встречать. Так. Так, никого не вижу. Нет, нет, нет. Это центральный выход или нет? Да, 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 да. А другой выход это какой? Да. Второй выход вот дальше. Ну, там не выходят люди. Отсюда выходят. Отсюда выходят, да? Оттуда, внизу. Так, ребята, сейчас я решил немножко подождать, посмотреть. Где-то должен быть Алекс. Наверное, я все-таки правильно вышел. Вон он, ребята, вон он, Алекс. Вон он, Алекс! Мы встретились! Мы встретились! Здорово, земляне! Я так рад его видеть. Все, ладно, ребята, мы идем. Наконец-то все, встретились. А ты чего мне не сказал, что здесь несколько выходов? Я хоть на другой не ушел. Думал, ладно, хоть отсюда выйду. Не потерялся. Ну, не потерялся, да. Это твоя тачка? На такси поехал. Это твоя тачка? БМВ. Это знаменитый белый БМВ.
Не надо, я боюсь. Чего бояться? Другого выхода.